Нет, спасибо, не надо. Да что ты отказываешься? Блин, что-то башка так болит, прям вообще нереально. И главное, ты вообще не бухала. А? Ты главное, вообще не бухала. Ну, конечно. О, а я полетел. Наконец-то. Куда полетел? А куда обычно летают все? Тут я знаю, куда летают все. Должна знать. Я не знаю. Можешь на стриме увидеть. Кстати. Отсюда хочу уйти, потому что меня эти уведомления заебали. А это что ли? Постоянно, блядь. Пилик, блядь. Сука. Как их заигнорить полностью, блядь? Ничего, все, пошли нахуй. Пиздец, хуй. Да чё, ну где? Пусть будет, наверное, так. Я хуй знаю. Я не помню ничего. Погодка тут охуенная.
Поехали, да? Ой, а это кто? А, понял, все. Ясно, блин. Что-то онлайн здесь вообще никакой. Ты эту за какую вторую не хочешь взять, кстати? Нет. А НФС-ку последнюю? Нет. А вообще хоть что-нибудь другое хочешь взять? Да нет! Вообще ничего? Что еще брать? Смысл? Если я в что-то играю, зачем мне что-то брать? Ну, отвлечься. Я вот зашел за какую-то. Я могу отвлечься, зайти в овер и играть. Понятно, блин. Я тебе говорю пока что-то новенькое. Нет, у меня нет, миллион, хочешь... блядь, игр на компьютере. Ну ясно, ясно. С тобой все ясно. Ты в этом плане скучный. Да конечно, мне и так времени нихуя нету, а... Да на чё, в смысле? Да на работу, Серёж, я работаю вообще-то в реальной жизни. Ты знаешь, заходишь что-то? На пару часиков, блядь, а не весь день. Времени нет. При чём ты тогда вообще? Тебя ничего нового не интересует? Конечно, ничего нового. Слушай, если мне нравится что-то конкретно играть, я хочу в это сейчас играть, зачем мне что-то брать другое? Чтоб оно валялось? У меня уже дохера таких, которые валяются. Ну, например. Вот именно у тебя дохуя чего валяется, и ты только сидишь в одних и тех же, больше никуда не заходишь. Ну а если мне это нравится, зачем мне играть в то, что мне не нравится, если я могу играть в то, что мне нравится, блядь, что за бред ты несёшь вообще? Если ты 5 минут позадротил одно место, то тебе надоело, ты идёшь в другое место, у меня не так. Ну 5 минут, блядь. Для тебя несколько дней и часов это 5 минут, да? Ну вот здесь я надоел. Ты здесь что-нибудь добился вообще, нет? Ты хочешь там что-то добиться, серьезно? Я тебе про что и говорю, блядь, ебаная ём. А ты не видишь этого. Что в районе, блядь, надо чего-то добиться, что здесь? То ты в играх отдыхаешь. Да ты только вот именно что по вечерам. Я вот зашел, побегал немножко тут, немножко. И нормально. Потому что в одном и том же постоянно сидеть это заебывает. Хочется разнообразия. Mm-hmm.
Я вообще не понимаю, зачем ты там задротишь, когда ты можешь спокойно там задонатить и купить что хочешь. Ну, задонать. Так мне-то зачем донатить? Я и не задрочу. Да я не хочу в реальные деньги сейчас сливать сюда. На что? Ну, ты на чё купишь? Я не знаю. Ты вот сейчас конкретно. Ну, и ты представляешь, сколько тут, блядь, нужно задонатить? Ну сколько там этот. Ну я тебе говорю, ты сколько купишь, на чем? Ну, в смысле, во-первых, они должны быть всегда. Во-вторых, тачку за фуль, например. Ну, сколько там, ты говоришь, 100 тысяч это. Ой, да. 10 тысяч? Это 100 рублей. 10 тысяч это 100 рублей. 1000 рублей это 100 тысяч, так? Правильно? Да, 1000 рублей это 100 тысяч. 1 миллион это 10 тысяч. Да, то есть ты мне предлагаешь тебе? 10 тысяч рублей влить в игру? Посчитай на ПБ сколько ты потратила, больше десятки всяко будет. Слышь, блин, там вообще-то там раз в месяц закидываешь по какой-то определенной сумме, да? А здесь тупо взять 10 косарей и положить на игру. Блядь, Сереж, вот ты можешь это сделать? Я, например, что-то как-то не горю желание. Я бы это сделал, если бы мне это не надо было. Нет, не надо. Я и не задрочу. А тебе это надо, я так вижу. Поэтому вот. Ну, я как-то игровым путем это получил. Ты заебешься. Угу. И лям это ничто, по сути, здесь. Ну, сколько ты там хочешь? 5 лямов? Тут. О, чужик освободился? Ну, блядь, так частично. Ну, зайдешь? Ну, пугаешь, что ли? Еще куда-нибудь? Да, ну, пугаю куда-нибудь. Только так, фонарь. Ну, у тебя там что еще есть? Ну, а пугаю, GTA, и все, и пиздец. Ну, будем расширять твой список. Че еще там? Да. За игруху такого не хочешь взять? Кого еще раз? Или НФС-ку последнюю. Да хуй его знает. Ну если есть желание, то давай возьмем, погоняем. Ну хуй знает. Погнали, мы попробуем, подумаем. Ну, так а ты вообще что планировал? Дома сегодня? А ты что куда хотел? Да хуй его знает, ты типа, что-то про дома вообще фонарь сидеть. Ну, блядь, погнали пару часиков пробегаем. Где? А? Где? Ну, в ПБ у тебя же других вариантов нет. У GTA ты не хочешь. А, ну, а хули пару часиков побегаем, потом спать уже. Да в смысле спать, ты во сколько покоснулся-то? Тут, блядь, мне завтра на работу так-то с утра. Ну подумаешь, на работе поспишь, блядь. Нихуя себе поспишь, там хуй поспишь у нас. То вы там бухаете спокойно, то поспать нельзя, блядь. Не, ну спать там нихуя не вариант. Блядь. И во сколько ты спать? Ну, блядь, часов в 11, так где-то. А сейчас сколько времени? Без 15:09. Без вариантов, сегодня мы никуда не уже не успеем ничего сделать, блядь. В смысле, в плане? Ну, в плане, да, в тот же центр, если поедем, так это как минимум на несколько часов, блядь. Это там не пару часов. Ну, нахуя в центр? А куда, ну, в этот, куда, ну, в Кузнецк? Ну, да хуй знает. Всякое, да, это не несколько часов, а не пару часиков. Ну, да, тоже верно. Поэтому, погнали.
в АПБ. Ну как вариант, в принципе, но. Блять, как атрибуты режим рации отключить? Зайди в настройки. Голос и что-то там еще. И там поставь этот. По голосу и ползунок до конца вливай. Ага. Сейчас попробую. По режим рации там. Да я ему на кнопку поставил. Ты же говоришь, типа шуму вся хуйня, вот я ему и поставил на кнопку, блядь. Мы вчера сидели настраивали, блядь. То в ноуте копались, то, блядь, в компе, то, блядь, везде. Ну, короче, заебись. В общем, пиздец вчера. Какой бы. Да, чувак, да ты заебал, иди нахуй, вот серьезно. У тебя без вариантов. Проебешь-то. Толкается еще, блядь. На две штуки. Сейчас все, заебись выход, нет? Ну, все? Настроил? Ну да. Ну вот, все. Ебать ты косой. Короче, я с этим хуем по поводу морковника созвонился, ебать. И чего? И чего там? Ну хули, короче, это, блядь, на обмен 30-ку до оплаты хочет, блядь. И? А? Ну я хуй знает, ебать. Но фишка в том, что, короче, на этом морковнике две турбины, ебать. Там вообще, блядь, пушка-гонка, нахуй. Я понял. Ты к чему клонишь? А? Ты к чему клонишь? Походу, у тебя придется перехватить, ебать, 30-ник. Блядь. Тебе до какого? Ну, блядь, я не знаю. Там определимся, да, блядь, ты говоришь, не точно. Ну, я же сам, блядь, лучше лишний раз подумаю, стоит, не стоит. Да я хуй знает, если ты говоришь там что, из-за турбин только. Ну. Надо так покататься, попробовать. Понять. Ну там ямаховский мотор, ебать. Ебать, ты смотри, сколько людей на собрании сидит. Где? На собрании. Ух, ебать. Чё, баху заходить или чё? Да я смотрю тут на собрании, столько народу, блядь. Ебанёшься. Хорошо, что я не в сети, блядь. Так и чё, в смысле, когда будем пиво доёдывать? Ты сегодня что ли хочешь? Да блять, я хуй знаю. Завтра давай. Завтра нахуй на работе, завтра во сколько, блядь? Часов 9 только с работы приду. Ну и. Че, блядь, до следующих выходных что ли? Ну, не покатись, нет. Да хуй знает, ебать. Ну, блять. Хочешь ты добей? Да хули с трёху тоже не вариант в одну каску сильно хуярить, мы завтра на работу вряд. Так вот эти пока чё. Ну, блядь, ещё обновление, заебись. Оно там всегда, блядь. Блядь. Ой, зачем я вышел? Я об этом только и мечтал. Ну а так ты вообще что думаешь по поводу этого морковника? Да, Серег. Блять. В смысле, я вот реально бы из-за чего только махнулся, блять, это из-за того, то, что в GT-шной комплектации. Там, ну, блядь, все плюшки, в смысле, какие только можно было на этих маркообразах, они, блядь, все там собраны. Думать надо и покататься бы на нем. А теперь это пушка-гонка, ебать. Да понятно. Ну я на подобном ездил, в смысле, уже. Охуительный аппарат, ебать. Там, в смысле, не то, что, в смысле, как на моих креслах вжимает, ебать. Там, блядь, раза в 4, наверное, веселее вжимает, ебать. Там просто как ебать. А ты ничего по пизде не хочешь взять? Например? Да я хуй знает. Есть какие-то еще варианты по пизде? Ну, по пизде морковника? Да. Ну, Skyline только. А он почем? Ну, блядь. Тот нормально стоит.
Ну это понятно, ну примерно так. На сотке 4 год. Хм. В смысле, в 32-м кузове. Ну это копить, блядь, надо. Да это пиздец, ебать. Да за 4 сотки он нахуй не нужен, ебать. И, блядь, ебейший ценник, и плюс нахуй он жрет нахуй ведрами. Ну, блядь, нахуй ли ты хотел? Ну, блядь, если все они так жгут. Ну, это, блядь, еще что плюс в этом. Турбины контрактные поставил, ну, новые. Обе. Кстати, ты насчет этих криптовалют ничего не смотрел? Да нихуя не смотрел, блядь, когда как смотрел-то? Да я хуй знает, но проснулся и глянул бы на трезвую бошку. Да, блядь, я как бы вчера не бухой был. Все. А чё так рано свалился? Да нихуя себе рано, ебать, 6 утра меня рубанул, ебать. Так, могли бы и... Я до обеда вообще потом сидел еще. Охуеть, вот и делать-то не. Да блять, я с этим, с планшетом смотрел чё кого там. Ну и чё ты там, чё-нибудь это? Ну я так понял, флешка в любом случае нужна. А я тебе могу... Я его пытался подзарядить. Тайну, а? Ага. Чё? Открой ты небольшую тайну, ебать, флешка тоже нахуй мозги, ребят. Ну там хоть что-то он показывает или вообще ничего? Не, ну блять, он пытается сбросить, короче, пиздец. Значит, какой там хоть какое-то меню появляется. Ну да, вот эти вот три пункта синих, нахуй, пиздец. Ну все. Мне кажется, он какой-то жесткий вирус словил. Им вообще пользовались? Я тебе говорю, как, ну, в Канаду, с Канады в таком состоянии приехал. То есть в Канаде так наебнулся. В Канаде кто им там пользовался? Дядька, ебать. Ну как долго? Ну да хуй знает, месяца 2-3. Ну я тебе говорю, мне кажется, он где-то вирус жесткий подхватил. И в итоге вся система наебнулась. Может быть и такое. Вот. Я и хочу там этот... Диск этот весь полностью стереть. Чтобы на нем вообще ничего не было. В смысле, внутреннюю память ты имеешь в виду? Да. А ты его в кирпич таким образом не превратишь? Нет. Я тут уже скачал всякие программы. А у тебя микроэсдэшки, да, нет? Да, а флешки нет. Только 4-го появится. Какая? Микроэсдэ. 4-го? Ну, 4-го декабря, да. В смысле, а что-то нахуй тебе флешка? Ну, я ее заказал, микроэсдэ. Когда? Вот, вчера. Нахуя? Ну, чтоб была, у меня-то нет. Ты на сколько заказал? 32. А, заебись. Он больше не поддерживает. Смысле, там, кстати, ты, кстати, видел флешки, там на терабайт есть? Да, ну, я тоже на терабайт, хуй вывезет на телефон, ты чё его? Да нет, я тебе говорю, ты прикинь, флешка на терабайт, блять. Ты зашел? Да, и чё, в какой? У тебя... Где сколько мест? Два места видишь свободных где-нибудь? Да я вот душе не был, я не помню уже где-то чё-то нахуй. Портовый третий. Так, портовый третий. Вообще я охуел, когда эту флешку увидел. У меня этот, блин. Терабайтный, в смысле, микроэсдэха? Да не микро, какая микро, USB. А. Ты чё, микроэсдэ, блядь, терабайт, это вообще ебанус. Ну я думал, в смысле, микроэсдэшное видео, терабайтное, в смысле, короче, охуел. USB, что ли? Но хуйня в чем? У меня SSD, блядь, на терабайт, а там флешка, блядь, на терабайт, это же вообще блядь. Зашел? Захожу. Погнимай, погнали. Закупись там пушку на всю хуйню. Да я, блядь, еще захожу. Ай,
блядь. А, нет, ёбаный. Это не слишком, он, блядь. Сколько там? 5 часов? А тебе чек за часа спать? Ну ты же чек за часа спать? Ну. Ну, я не говорю. 5 часов, а вот. И уже спать. Так, а шаф это что он, блядь, идет? Шаф в тушку. А, нахуй. Алик тогда. Алик, Кимпай и этот. Аса. Тебя бабла-то хватает? Да вроде как. Сколько тысяч? О, блядь, а чё за кемпа нахуй это? Думаю, раз, да. Это хуйня. Да? Да. Он хавает. Ну, так твою шляпу. Блядь. Это и есть игротека какого там. Ага, так. Что, НХВР надо брать просто? Только НХВР. Там у него дамаг 85 идет. А вот и хуйни там около, я хуй знаю, 35, так, что ли. И чё говоришь? Стушку. Так, пистолет-пулемёт или кто-нибудь там нахуй? Да, пистолет-пулемёт. АСУ? АСУ? Не, АСУ. Или ПМГ. Выбирай что-нибудь. Ну, в смысле, вместо пистолета, да, идёт? Какой? Нет. Это основное. Вместо пистолета тебе этот Джокер. Какой там? Так. Бабла тебе хватило? Какой раздел ты? В этом, блядь, дополнительно. Да. А стабы ты что за срань? Ну возьми попробуй. Это травмат. А. Ну нахуй он нужен? Ну, как хочешь. Там есть в этом, в дополнительных пистолетах этот. Пистолетик, блядь. С электрошоком. Вот он пиздатый. Калибри чё, его шляпа? Чё? Калибри. Пистолет? Ну да. Калибри. Вот ты тоже бы задал, я таких и названий-то не помню, блядь. Чё за калибры? Да, короче, блядь, он Джокер возьму, пиздец. Вот, бери проверенную пушку. Даш, ты помнишь пистолет какой-то калибри называется? Нет. Я вот тоже, я вот даже сейчас смотрю и не вижу, блядь, какой где... Как он выглядит хотя бы? УЗИ? Да, блядь, нет, мелкий, да, мелкая хуйня так. Ну. Какая калибри? Может быть, Колби? Да хуй знает, может быть. Калибри, как где ты там? Все... Там Колби? Я же тебе говорю, особо не вчитывался, плохо. Не да, этот, блядь, как ты ищешь? Гранаты где взять? В смысле, у тебя их нет, что ли? Ну я хуй бы уведал. Ай, нажми. Вкладка персонаж. Чего у тебя там? Ой, какая вкладка? Сейчас подожди. Вкладка оружия и вот. Давай, давай, гранаты и станок не должен стоять. Интересно, сколько там кандидатов сейчас на собрании? Смотри. Я только этих сватов вижу. А кандидатов вообще не вижу. Или погоди, да? Там же этот, как его идет? АД? А нет, ПА, там ПА идет. А из кандидатов только ты, этот, дед и еще какой-то чувак. В сети. Да, только в сети, а в канале нет. А ты че? А я в МИФе. Я не в сети, я специально нельзя все отключил. Да пиздец.
ДК ты тут при чем подумаешь? Может, ты на работе сейчас сидишь, блядь. Да, с компа. И чё? А чё, нет, что ли? Я вот, например, да. Ну то, что ты кирпичи таскаешь в РП, да не значит, что ты работаешь. В игру не сейчас, я говорю, в принципе, вообще на работе когда. Ну ты с телефона сидишь. Блять, я могу из компа зайти сидеть. А чё не заходила, интересно? А смысл? Ну микрофон у тебя есть? Нету, откуда мне на работе? Так возьми с собой. Да и тем более, Серёж, я сижу в кабинете, со мной рядом люди сидят. Ты думай головой вообще, нет? Ну я хотя бы их послушаю, о чем они там пиздят. А чё тебя слушать, о чем они там пиздят? Да интересно, вы чем там занимаетесь? Ты постоянно спишь и фильмы смотришь. Блять, я могу смотреть фильмы и работать одновременно, прикинь? Вот я и не понимаю, чем ты там так занимаешься таким. Что у тебя на все хватает глаз. Блять, на натуре пойти пиваться надо, что-то нахуй, грозно посидеться так. Ну налей. Сейчас, а то пока киснет еще. А? Наливай, а то пока киснет. Ну, пойду, скоро зальюсь. Сейчас, две минуты. Нет, что ты закупился сколько? А, погоспотить надо было, точно. Так. Начинается пиздец. Так. Чё? Отойду я. А, я думаю, к нам подключишься в ОПБ. Пойду с блядь. Жека. Подлетел, да? А? Подлетел? В смысле? Ну, в смысле? На уши присели? Да. Ну как? Охуительно. Что, дата автомат? Ну, я дата, да. Поехали, вылазь там. Блять, где тут нахуй? Вниз беги. И поехал. А, блять, это требование. Хуйню, чтобы, блять, на тачке ездить, а не купили нахуй. Ну, давай после этой миссии купим. А? После этой миссии давай купим. Ну давай, в общий район надо лететь. Да, 250 талонов есть, да? Блять, нихуя не слышно из-за игры. Ну, убавь чуть-чуть или в ДК прибавь меня. Ща, пожалуйста, вернусь. Ну-ка, пиздани что-нибудь. Что-нибудь? О, заебись. Ты в этой, как в ДК просто прибавь нас на максимум. ДК я сейчас сделал. Там этот Ханзи, не 85. Нашел? Ох ты пидорас. С кем поебанул? Вижу.
На Эйч погнали? На Эйч погнали? Приставка ЛТ, что значит? Не знаешь? Чё? Приставка ЛТ, что значит, не знаешь? Нет. Не, я вот нет. С другой стороны, я что-то так по поводу тачки вообще подумал, ебать. Блять, ну да, в принципе, заебись, то что она мощная, быстрая, блять, для дрифта вообще идеальный вариант, нахуй. Но, блять, сейчас со своей сходиться, это пиздец, ебать. Это прикинь, этого крокодила кормить, нахуй, еще, блять, ей бабки на семью же как-то нужны будут, правильно? Тебе обязательно с ней сходиться? Конечно, ебать. Почему? А? А почему? Хули личинку выращивать надо как-то. Ну, для этого обязательно сходиться, что ли? Конечно. А на расстоянии никак, да? Неа. Блять. Чё за геморрой ты такой ты создал? Ну, блять, ну вот так вот. Я не пойму, гандонов что ли не было или чё, блять? Ебать, не поверишь. Чего? Всё было, всё заебись было. У пацан к успеху ушёл, не фартанул, ебать. Ну, нихуя. А ты сука. Понял. А бабкин позаеборил бы нахуй. Тут оса нужна. Нахуя? Либо автомат. Да расстояние, ты видишь какое, как бы, среднее. Ух ты, блядь. Да. Так, а кинпу, чё, на чём? На ящик 5? Да. А, ну да. Так, и чё дальше? Да, ай. Ай. А, ну да. У тебя времени. Схуяли, загуляли. Верхний правый угол. Видишь? И чё, блядь? Ты за минуту чё успеешь сделать? Я ёбнуть нож кого-нибудь. А, может быть. Может быть. Почему бы и нет? Ах ты, сука, блядь, ну нахуя? А че чего, блядь, свой воткнул прям перед компом, нахуй? Э? А че чего, блядь, свой воткнул, блядь? Перед чем? Перед кемпой, нахуй. Ладно, поехали. В пизду за орехами? Да. Садись. Тебе этот, тебе в общий. Чё? Тебе в общий. А, чтобы на тачке сверху ездить? Да.
Да ладно, хуй с ним, так, поехали. Точно? Ну. Конечно. Дед Хаггис, смотри, видишь? Дед Хаггис. Где? Да вот он. Нихуя ты, блядь, скримпы минус два, блядь. Да ты опасный. Вообще пиздец, на все бабки. Ты мог бы в мою тачку сесть, чего это куда-то побежал? Блять, точно. Ты атланист, блять. Да ладно, хуйня. Садись-ка, поехали. Ходи бегать. Блять. Ясно. Тут два пидораса, нахуй. Я видел. Нихуя. Бля, где эти бендовопейцы ебучи? Хаггиса натяни. Садись, поехали, куда ты побежал опять? Да я тут, блядь, бегаю нахуй. Вот ты чё ты бегаешь? Да хуй был рядом. Назад беги. Ко мне сядь. А ты где есть? Да назад, блядь, беги, вот куда бежал, туда беги. Вижу. Блядь, типа, удачно тачку, не вариант было взять. Только на такую хватило. Вон, видишь? Чё? Вижу? Видишь? Ну вот. Вылазь, пидор. Вылезь. Улетел нахуй. Тут еще один сейчас будет. А, знаю. Ожидаем его. Ныкайся. Чё ты, блядь, я его не вижу нахуй, нигде. Он меня напугал. Ты что, не слышал, что это было? Ну так, примерно. Так, частично. Ты не звуки-то нормально сделаешь, чтобы у тебя были слышны? Да мне нахуя, мне так охуйки. Так ты не понимаешь, где перестрелка происходит. Блядь. Ты там за ныкс сиди, чтоб точку видел. Хватит бегать. Видишь их? Нет. А они тебе, да. Да ладно. Да, вон они на точке, блядь. Чё ты чешешь, блядь? Я тебе говорю, зайди на точку. Они взять тебя на крыше. А, я слушаю, блядь. Разбился, чувак. Чё, он точку выбрал, блядь? Да, я так понимаю. Он, я тебе говорил, блядь, на точке он был. Я хуй знает. Вообще упор нахуй не вижу. Теперь видишь, я его пометил, блядь. Садись, поехали, забей на него. Ну куя. Ты с ним ничего не сделаешь. Ну садись, ёбаная черепашка. Давай нахуй за руль прыгай. Ну пиздец. Да хуй знает, надо было тебе в багажник ныкаться. Короче, блядь, надо было так жидко обосраться. Это да. Видишь их? Нет еще. А ты? Вон они. Увидел? Ух, нихуя. Почувствовал? Да. Их там двое. Убил. Ебать. Да
одно бы клацано и добивать там с пистолета. Пидорас. Мне интересно, что там колесиком делал? М? Ты колесиком что делал? Не знаю. Крутил. Логично. Я понял, что ты крутил, только их там педалей не было. Чего их крутить надо было? Ну хуй знает, что-то накручивал там его. Садись, садись. Назад. Он там, блядь, про fuck you way, это ты, ебать, когда Milky Way, нахуй. Ты дверь-то закрой, то выпадешь. Да ладно, выпаду, а вдруг простынет, блядь. Погонимаю. М? Погонимаю. Где они? Они сзади нас. Не? Да. Не ощущают. Все увидишь. Я их чую. А, ну вон. Ну вон, я тебя покачу, блядь. Сука. А самурай-то опасный. На стриме так пострелять, так я лоха вообще, блядь. А вот сейчас надо, чтобы ты меня... прекратил, что они съебываются куда-то. Далеко не съебутся. Садись за руль. Садись вот за руль. Есть. Сзади тебя. Сядь за руль. Ну блять, а где ты нахуй есть? Ну ты слепой, конечно, блядь. Где тут это? Да, вот это. А, понятно. Они вот сюда засели, да? Да. Едь сюда. Останавливайся. Чё-чё? Я у тебя с кем-то заебался, что ты не того убил. Как? Ну там надо было этого. А, да хуйня. Хайгиса убить. Они самурай или? Ну сначала его, потом Хайгиса. Погоди, погоди. Ты там еще не ныкайся. Че? Если че, не ныкайся. Че, одного хоть уеб? Ну одного, да. Отлично. Минус два. Угу. Поехали дальше. Прям тараним их. Вот, пидорас. Заебись. Этот внутри побежали за ним. Откидывается.
обычно не ходит. А где этот? Где тот? Где кто? А, вот, вижу, все, все, вижу. Не добежал. До горшка, блядь. Это точно. Нужны колеса, кстати. А? Нужны колеса. Ну, такой я. Закинуться. А-а. Давай. А он ее тут рядом нахуй бегает. Да вижу, вижу. Че, сколько? Да ну ему, блядь. Ну пиздец. Ну ты понял, а это что за хуйня? Да. Там была не совсем понятная ситуация. Там пизда. Садись. Сейчас. А ты вообще где? Ну, все, ебаный, брат. Ну что там? Выберите точку воскрешения. Ну, выбирай. Маленько подвис чуть-чуть. Угу. Нихуя. Че? За полкилометра. Фу, блядь. Тормозов, кстати, нет. Ну да, и близко, так опана. А зачем они? Ну ладно, делай. У меня чих нет. Поставил. О, вот едет, такой? Едет. Взял? Да. Вон там чувак, видишь? Ну так, а? Отлично. Ну там в тачку такой сел, понял. Вот он, кстати. Бля, такое, такое шило завтра, блядь, на скотовозе нахуй на работу ехать, пиздец. Опс. Ой, не доехал. Да, мы тоже не доехали, видишь, на стену залезли. Блядь. Заебись к стенке, я к, это, к стенке попечатал. А как ты вот так, ёпчатка? Так у меня, ты знаешь, сколько она весит, блядь, тачка эта? Ты думаешь, почему он так медленно едет? Я вот тупо к стенке прижал, и всё. Власть. Еще они сзади тебя едут. Хотя они уже ко мне подъехали. А, слушай, ПМГ возьми, да? Или что там у тебя? Ну нахуя? Это эти, русские. И чё? Ну, блять, ща ебать их будем. Да? Да. Ты ПМГ или осудил? Да я, блядь, с тем же все бегаю. Сон, Джокер, ебать. Ой-ой-ой. Ты с пистолетом чё бегаешь? А с чем, блядь? ПМГ или кемпа? Ух ты, блядь! Вот ты, не пидорас. Ты косой, конечно.
Он вылезет. Я его. Вылез. А вот не стоял. Так. Погнали. Видишь? Вижу. Ну давай что делать. Да, вам рану хуй приделаем для начала. Да. Их-то двое. На. На нахуй. Отлично. Как хуй им сдуло, бедолага. Вот именно. Они не ожидали этого. Ты их видишь? Пока что нет. А, вижу. Ну вот. У-у-у, далеко, пидоры. Ну пускай поближе. Они что, блядь, едут что ли на чем-то? Видимо, да. Пускай подходят. Вот давай сюда залезем. Стой, куда ты побежал? Да стой ты, блядь, а с кем ходит нахуй стоит? Видишь здание, да? Ух, нихуя, что они так быстро едут? Они на тачке на своей. Залазь на здание. Ну какое? Ну вот оно. Вот на это. На это? А, ну. Добивай, добивай дальнего. Дальнего добей. Сука. С пистолета. Давай сюда. Куда? Да уже поздно, ты точку не меняешь вообще никогда. Они меня чуть-чуть заебали, еще я дропы возьму. Так, ну вот сюда мы нахуя вообще прибежали. Так тихо, ну давай на ту точку, нет, ты здесь остался. Сейчас они подъедут, они сами к нам подъедут, стой. Да? Да, вон, видишь, едут. Готовься. Ну подожди, кемпу возьму, ебать. Они вблизь подъедут. Вот они едут, нахуй. Ты чё, блядь, ну пускай едут. Хоть вблизь, хоть вдаль. А, ну понятно, нахуй. Я тебе про чё и говорил. Ничего, вот на этой точке. Ну лучше на этой. Ну ок. Блять. Видишь, не успел. Я вот только нахуй не пойму, куда они сука едут теперь. От нас подальше. Они в плюсе. Они уезжают от нас. Да, только смотри, они, блядь, уезжают четко в мою сторону, блядь, почему-то. Потому что понимаешь, что это легкая добыча. А, нет, все дальше и дальше. Они к нам не полезут больше. Они полторы минут будут всего. Да? Да. Я тебе говорил, кем пусть меня. Ты опять таксовать, что ли, поехал? Да. Понятно. Дай к тебе на тачку сяду, чё ты? Так хоть поймаем, может быть. Ну залазь, ёпта. Ну ты видишь, что я делаю? Вала, я бежу возле багажника. Менял. Ну что, у тебя кемпа? Похож на кемпу? Да, очень. Ну вот. Ты что с таким патриотическим узоном катаешься, блядь? Да я был, собственно, вообще никакой узон там не слышно. Нихуя, а как так? Я был. А что там за узон?
как в этом, знаешь, в Ахкаре третьем, последней миссии, а не в Хторотте. Вот оттуда этот музон. Ну, блядь. Какой-то там, я не знаю, этот... Макш, не Макш, но, в общем, патриотическая такая хуйня какая-то. В смысле, чё, они теперь просто тупо гасятся, ебать? Так естественно, я тебе говорю, они в плюс один вышли, все. Поехали туда, музон. К автомату поехали, вон. Слева автомат, погнали. Чё, да играл с хуй на скрипке, ебать? Кто где? Кто где? Этот, кого? Садись, поехали. Ай, блядь, поехали, заебал. Ты чё не сел? Ой, опять зря я темпу взял, тут точка такая закрытая. Хотя, знаешь что? Я знаю, где сесть. Вот тут на мусорном баке нахуй. Да. О, приехали. Всегда мечтал об этом, блядь. Да. Ладно, нужны колеса, погнали. Чё, едет скорая помощь, нахуй. Очень да. Скорая помощь. А, ну охуительно, чё? Чё? Заебись. Всегда мечтал об этом. О чем? Mm? О чем? Чтобы так вот тупо ёбнули. Странная у тебя мечта? Ну вообще пиздец. Всегда так делаю. Всегда об этом мечтаешь? Да. А ты чё, нет? Не. Ну, блядь, какой-то ты нахуй ненормальный человек. Я вот всегда так думаю. Давай, хватит надавать. Да нахуй. Они что, бессмертные? Да я ебу. Лезь так, вот какая-то... Ну, пиздюлей хотят. Ну я им дал. Как бы. Подъем. Ну, чуть-чуть, блядь. Успел отсыпать. Да. А, ну ладно, не нахуй. 120 и 133 метра, нахуй. А, ну ладно, блядь, одно хуйло где-то там бегает, нахуй. Ну нахуя ты прям передо мной машину поставил, блядь. Ну молодец, нахуй. Это, блядь, укрытие, ебаный врат. Ага, охуительное открытие. А ты, блядь, стоишь на открытой местности. Блядь, не успел. Все, заебашил одного. Второй нахуй. Все, второй, у тебя один, а не второй. Ну. Погнали. Второго ты захуячил. Да. А. Почему, где, как? Ну, блядь, одного я заебурю, второго ты. Да нахуй. Нет. Почему? Чё, блядь, почему? Я не могу пополниться. Ты можешь? Банкомат сломался, ёпт. В багажнике моем нет банкомата. Хуёво. Я знаю. Обходим, так, так, ну... поехали, садись. Они что-то там придумали. Может, муравья нашли? Точно, ты гляди. А, ну, блядь, ага. Сука. Я понял, что они там делали. А они петуха взяли. Да я понял уже.
Дай сюда. Ну, блядь, а, вот. Да что ж ты, сука? Пускай подъезжают. А, ну, блядь, ну конечно, нахуй. А мне сейчас куда гаситься, нахуй. Так вот сюда ко мне, видишь? Заебись, ебать. Сейчас я прям по красоте у него, сука. Привет. Меня никто не переедет. Поехали на него. Он там что-то скачет. Не, он просто дрочится там, не? Ну, он в здание забежал. А, уже вижу. Ждем, пока выйдет. Только он не с этой двери выйдет. Да, в курсе, она не открывается. Ну вот. Ну, чувак бежит. А, все, он сел. Он сел. Да? Ну ладно. Да. Да разбейся ты нахуй! Сука. Не, не пидорас ли, а? Да нахуй. Заебись, да? Угу. Не ожидали они этого. Ну, еще и вот не жалко. Так. Че там дальше? А это хуета на машине, в смысле, за Джекер, да, покупается? 10.50 на твоем ранге пока что, да. Угу. Там нужен 195, чтобы его навсегда взять. 195 кто? Лео. Ага. А ну какой? Этот Джей, нажми. И чё? Ну вроде видишь там. А, 97. Ну вот. Тебе нужно еще вон. Сколько там? 92 левела. Охуеть. Я не так посчитал, блин. 98 левела. Да что ты делаешь? Ты так не делаешь больше никогда. А чё я нажал нахуй? На G ты нажал. Да? Да, вот нажми на G. Сейчас? Да не сейчас, как из тачки выйдешь потом. Ты когда гранаты кидаешь? И кстати, гранаты поменяй, почему у тебя удахки стоят? А какие тебе, блядь, надо поставить? Осколочные, либо фугасные. Фугасных нет, есть только нахуй, осколочные. Вот осколочную осколочную поставь. Погнали на этот, на корабль. Тут в багажнике, кстати, можешь поменять гранаты. Ай, нажми. А либо ящик. Этот ящик достань, ай, нажми. Только да, нахуй. Не здесь ящик доставай. Так. Ой-ой. И когда гранату кидаешь, ты ее удерживай. Это понятное дело. Ну. А дашка, кстати, куда съебалась? Даш. Даш. Пни ее там. Кого? Они к нам едут на корабль. Пока не можешь. Где? Вот здесь. Ты их не вижу. Я их вижу. А, вон он, сука. Был. К тебе бежит сзади, сзади, Жека, сзади. Сука. Ебать, они, конечно, прошаренные. Чё? Ну, сразу поняли, где мы ходим. Погнали на Б. На крышу лезь. Да что, здесь нет, блядь. Микрофон включи, нахуй. Жека. Но. Я тебе говорю, не на ту крышу, а рядом. Блядь, с Бэк. Блядь, на какую? А рядом с Бэк туда.
Бля, такой шелсик у завтра на работу, тебе пиздец, ебать. А, говорю, пидорас. А нахуя? В смысле нахуя? Ичи. Ну а блять, у меня вариантов как бы нету особо. Охуительно, блять. Ну ты заебал. Чё? А? Чувак своего чувака убил. Ты к Бэлу подбегай, потому что я тут не справляюсь. Ну, отлично. В такого видишь? Пока нет. Сейчас подъедет, вон он. Чё, сзади мягет хуячит? Не-не-не-не. А вот куда я смотрю? Ты увидишь? Да. А, вон, вижу. О, они, блядь, на тачке подъехали. Почему так лагает, блядь? Он был в той стороне, потом хуя КГшка слева оказался. Но. Не, ну охуительно, блядь. Они походу прокурили смысл его тактику его. То что нахуй. Один едет подальше, блядь, к тебе. А второй это нахуй. Подальше ко мне. Не, в смысле, один получается. Блядь. Да, сядь ты быстрее. Нет. Сядь. На хули я на F нажал, блядь. На F, на F, а на G. У тебя почему пальцы пьяные? Хуя ты вопрос задал. Идет. Тебе лестница нужна? Нет. А стремянка? Не знаю. Это кто? Кто у нас на крыше? Он всегда об этом мечтал. Поджимай его нахуй. Поджал. Но он с петухом. Ах ты сука! Сейчас я сменю и им покажу. Давай ну, сюда. Значит, тоже петух есть? Не, у меня получше там есть это. Ну хуй с ним, забурись на крышу, блядь. Ах ты сучка. Где-то рядом прям. А, ну вот он, ебать. Ага, вижу. Понял. Пидорас. Сквозные, реально сквозные, сквозь него все пули летят, блядь. Нагрой, да? Охуительно. А, кстати, сегодня в Кефасе последний день акции был, в курсе, нет? Где? В Кефасе, ебать.
что, блядь? Вот куда? Куда, куда он поехал? Не, ну не пидорля. Естественно. В смысле, в кефасе было вообще, нет? Ну, хоть он в кассу. А если здесь он будет? Было, нет, ты заебал. Охуительно, блядь. Че, ну? А я хочу сыбаса. А давай. Сыбаса поскорей. Я вообще не понимаю, почему они так лагают. Да я буду что-то у них спросить, чего вы так лагаете. Ты говорю, в этом в кефасе был вообще, нет? Или нихуя не был? Пидоры. Вон они, Лен. А, ну блядь, они на машине, как обычно, нахуй. Или нет, хуй его знает. Ну пускай подъедет, чё он? Очкует, да? Ну где-то нахуй за 100 метров опять нахуй гасанулся. А, вон он нахуй. На нахуй. Получили, да? Что, ты обоих выебал? Естественно. Хуя ты качественный, блядь, вхуячил. Так, блядь, я умею гранаты кидать. Блядь, ты... куда бы гусануться так получше, нахуй? К ним. В лоб. Нахуя? Чтобы они потерялись. А, ну, блядь, только если так. Ну, садись, поехали. Ну, вон сквозная дыра, нахуй, там я это. А, ну, вон. А, сзади тебя. Ну вон он, блядь, едет нахуй, заебись. Охуенно, ебать, я об этом только вот мечтал. А, на юг тебе там приехал. В смысле, там что, вы догоняшки хуярите? Да. Драпан. Ну так у них, у меня, да? Ты же видишь, какой счет? 10-8-0-8. Да что здесь нет, блядь, заебало. Волки, срать на ней, поехали. Кто? Волки, срать на ней, поехали. На ком? На ком? А где там эти? А там басаться с меня.
当初我连办事多少？行，你别。
Thank you.
Есть кто? Я пришла. Я тоже. О, где был? Чё? Ты где был? В смысле, где я был? О, блядь, сервис меня за ФК выкинули, нахуй. Ну, я заходи уходила. Назад. А я тоже отходил, уходил? Да. Понятно. Мы вместе ушли, вместе пришли. А, блядь, совсем выкинуло нас. Серьезно, что ли? Я давно просто ходил, я в магазин ходил, готов. Так я тоже давно ушел. Да? Я только что подошел. Понятненько все с вами. Блядь, меня тоже выкинуло за ФК. А? Меня за ФК выкинуло. О! Жека, заходи назад. Заходи назад. Ага, сейчас, скачу. Какой экзамен, блядь? Какой экзамен? Где? На чё? Откуда я знаю? Мне кто-то пишет экзамен, готов сдавать? В ДК, что ли? Да. Ну, в смысле, в личку ДК. Ну, я тебе говорил, в сети, чё у тебя статус? Вот тебе доебались до тебя. А, ты думаешь, это с этого, что ли? Естественно. ГТА, что ли? Вот. А какой еще экзамен, блядь, сдавать ты собралась? А я откуда знаю? Я потерялась. Экзамен ППД. Ты выучила статьи, кодексы, я уставы. У меня ОБ. Иди устав учи. Угу. Маш, уволишь быстрее. Жека, а у тебя эти? Ты здесь, не? Ну. Провода какие-нибудь, хоть что-то шло вместе с этим, с планшетом? Да блять, эти грим в таком вот виде достался, пиздец. Больше ничего я вообще. Все от него в Канаде. А почему тебе только планшет привезли без нихуя? Да хуй знает. Да, я думаю, может, там кабель какой-то определенной версии. А что там был. Должен что провести? Ну, в смысле, что? Все? Что с планшетом идет? Что с планшетом идет? Да ты что, не знаешь, обычная комплектация телефонов, планшетов, прочего говна. Такого, всякие заряды, как у это и т.д. и т.п., что ли? Инструкции и прочая хуйня. Ну. Ну. Провода стандартные, которые в комплекте идут. Что, возможно, там какой-то этот определенной версии кабель идет. А не так, что любой подойдет, или USB-шный. Жик, ты его к компу подключал и все? Ну вообще да. И чё он как себя вел? Никак, абсолютно никак. А мне подмигивает. Да? Да. Вот тебе там подмигивает. Чё говорит? Ничего не говорит, просто подмигивает. Ага. Да я хотел его подзарядить, блядь. Он до этого, короче, игрался, сейчас вообще не играется. Порто, девал, блядь, какой? Мне кажется, в нем надо эту... Деваловый третий? Батарею заменить. А? В этот... Портовый третий. В смысле, а? Блядь, а где он? Я тебе говорю. Достал тебя, да, Прохочу? Да, чё заставишь? Да мне хули ещё делать? А чё заставил? Ты пока чё заставил? Дашь? А в ВПВ заходить? В смысле заставил? Как будто против своей воли, блядь. Так ты 50 раз, блин, его спросил, он там бедный отнекился.
Смысл от нетельзма, это методика уговора называется. А методика, да еби, блядь, да? Жека, я тебя доебал? Да ну нахуй. Ну вот. Выебал уже. Тебе дальше лишь бы кого-то выебать, блядь. С тобой все ясно. Не поманку хуево. Ладно, шучу. Так, блядь, ты чё, я куда? Да она не обиделась, чё ты? Она просто в диком ахуе. И готовит тебе месть. Да? Да, поэтому... Mm-hmm. Осторожно спи по ночам. А то есть под кровать кто-нибудь вылезет. Как у Дашки однажды. В общем, я тебе говорю, хуйня такая. До подзарядки он там включался, логотип показывал, да? Попытался все зайти. Потом его к компу подключил. Он игрался, и потом через какое-то время начал этот экран мигать. А, моргать его. Да. Но есть такая хуйня. Так вот, он сейчас вообще не греется. Мне кажется, там батарея по пизде конкретно пошла. Надо контакты проверять, лезть внутрь. Ну я еще флешку дождусь, с флешки попробую, mm-hmm. А потом полезу внутрь. Я же так понял, он вообще все нихуя не на гарантии уже, да? Че? Не на гарантии он? Да нет, конечно. Ну, поехали. Блять, а где тачка? Да вот здесь. Ты что там делаешь? Кто? Ты? Что я делаю, блядь? А чё? Ну, взял из машины, что-то вышло. В смысле, я вышел? Да. Кстати, ты этот планшет пытался к ноуту подключить? Нет. Я просто подключил, и ноут по пизде пошел. Там винду надо будет сносить. Блять, они уже тут сверху. Валим. Они уже сделали. Они вон, знаешь, рисуют? Отсюда, блять, понятно. Едем отсюда. Уехали. Этот 85 Котсона, самурай. Сука. Ой, какой, блин, самурай. В общем, там какой-то еще чувак был. Дай в тачку. Блять, а где она? Да вон, ты че? Тьфу, ебать. Не увидел, что ли? Ты на карту смотри внимательно. Ты масштаб это отдали, чтобы все точки видеть. Там, кто там у тебя, блядь? Да пиздец. Включился, неужели, хуя себе, блядь. Покопинь. Заебись, я свой стик, столько вижу, блядь. Ну куда ты? А, вон. Он съебался от меня, гляди. На него.
Оп. Ну, чувак за тогда их тащит. Ой, чё это? Лука 85. Ты думаешь, он тебя не понял? Чё? Жека. Вандал 85. Ты чё, блядь? Вот я брат тоже, я говорю, ты... Жек, когда я говорю 85, значит у него 85 минус хп. А, ну заебись. Поэтому добивайся кулака. Угу. Ну, хуями закидать можешь. Ну, можно помянуть. Охуительно, блядь. Всегда об этом мечтал. Ну вот. Сука. Чё я хотел? Серёж, так поприкольней. Вот заебало подъебывать. Пойти что ли в овер размяться? То есть к нам ты не хочешь размяться зайти, да? Не. Ясно, все с тобой. Ну, блин, да чё такое, что значит ясно? Да ты кидала, ты просто кидала. Не хочешь с нами потусоваться, блядь? В смысле? Чё за наезд-то, я не поняла. Да. Пошли в овер. Жека, у тебя овер есть? Нет. Вот, вот. Охренеть. Я дам. Ну, если да, что давай. А, ой, блядь. Уже сейчас тебе дадут. Ну, в крайней степени благодарен. Даша, а я ничего не понял, а откуда у тебя ключ лишний? В смысле ключ лишний? Я же сказал, я отдавала свой первый акт. А, это? Да. Ну, Жека, сейчас тебе аккаунт дадут, заходи. Как его назад вернули. Жека, пойдем, ты на этом, на... Как а пусть побегаешь? Сначала скачает. Так там сколько...